Чтобы сделать хорошо летающий самолет, берем половину листа формата А4 размером 15 на 21 сантиметр. Берем лист, складываем его вдвое. Раскладываем листочек обратно. И боковую сторону загибаем на бок к началу листочка. Равняем листочек по нижнему листочку и хорошо наводим. Раскладываем листочек обратно и таким же образом загибаем листочек в другую сторону. Равняем листочек по нижнему листочку и хорошо наводим. Переворачиваем листочек обратно. Вот у нас получилась контрольная линия. И к этой линии загибаем вот эту боковую сторону. Загибаем листочек на бок и ложим по контрольной линии. Хорошо наведем. С другой стороны делаем так же. Вот у нас контрольная линия. И вот эту сторону загибаем на бок контрольной линии. Загибаем листочек на бок. Ложим по контрольной линии. И хорошо наводим. Вот у нас оканчиваются загнутые листочки. И к этому уровню загибаем вот эту сторону. Переворачиваем листочек. Ложим его возле загнутых листочков. Вот так. И складываем. Хорошо наводим. Получается вот так. И теперь боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. Загибаем листочек сразу с одной стороны. Хорошо наводим. Таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Хорошо наводим. Получается вот так. Берем листочек и переворачиваем его на другую сторону. По центральной линии складываем листочек вдвое и хорошо наводим. Теперь от уголка отступаем немного места. И переворачиваем верхний листочек на другую сторону. Начинаем переворачивать, оставляя возле уголка широкую полоску бумаги. И теперь вот эту сторону нужно положить вот на этот уголок. Ложим листочек на уголок. Вот так положили листочек на уголок. И хорошо наводим. Переворачиваем листочек на другую сторону. И теперь вот эту сторону ложим на эту сторону. Переворачиваем листочек и равняем его по нижнему листочку. И хорошо наводим. Теперь переворачиваем верхний листочек. Берем листочек посередине и хорошо его наведем. Наведем также боковые стороны с одной стороны и с другой стороны. Теперь переворачиваем самолет на другую сторону. И теперь наш самолет, который умеет хорошо летать,
уже полностью готов.